В Москве вспоминают Александра Католикова. 13 октября народному учителю СССР исполнилось бы 80 лет. По инициативе Московского педагогического университета, выпускником которого и был Александр Александрович, и региональной общественной организации «Землячество Коми» в Москве, педагогическое наследие Католикова обсудили на одной из секций Всероссийского образовательного педагогического форума «Учитель. Будущее России». Также в рамках интерактивной выставки «Роль учителя в истории России» была представлена биография Александра Александровича Католикова. Московский педагогический государственный университет и землячество Республики Коми в Москве связывают давние и очень добрые отношения. Ну а замечательному нашему выпускнику Александру Александровичу Католикову посвящена экспозиция в нашем музее МПГУ. И нам особенно сейчас приятно, что и на этой замечательной выставке «Учитель будущего» отражена деятельность замечательного педагога, народного учителя СССР, народного депутата СССР Александра Александровича Католикова. Памятные мероприятия в честь Александра Католикова продолжатся на этой неделе в музее Московского педагогического университета и постоянном представительстве Коми при президенте страны.